как пылесосить воздух, я увидела случайно ВКонтакте этого какого-то парня, сейчас, к сожалению, не помню у кого, и решила провести эксперимент. Честно, не думала, что будет такой эффект. Вот. И не все поняли, как это делать, как пылесосить этот, собственно говоря, воздух. Вот. И сегодня я это решила сделать уже днем. Но я вам советую всем, вот честно, прямо прошу вас даже это сделать, тоже дома попрактиковаться. Но советую делать это вечером. Вот почему. Сейчас мы посмотрим, как, собственно говоря, это все происходит. Берем пылесос, снимаем с него щетку, остается такая вот кругленькая штучка. Берем обычную медицинскую маску. Вот я вам покажу старую, вчерашнюю. Вот это вот черное пятно, где оно? Вот вы его видите? То есть это то, что вчера было на улице. Это было вечером. Был ужасный вчера туман, но это не туман, друзья. Вот то, что сейчас мы посмотрим дальше, что будет. Нифига это не туман, как бы нам ни говорили, что это испарение от Енисея, там еще не знаю что. Вот темное пятно — это то, что на улице. Вот рядом, я не знаю, будет видно или нет, только более светленько — это то, что у нас в квартире. Берем пылесос, берем, извиняюсь, берем чистую вот такую медицинскую маску обычную, прикладываем это все дело к пылесосу и выставляем на... Вот, короче, вот так вот это все выглядит. Вот, закрываем окно, а то мне сейчас все уши мои продует. Так, короче, вот смотрим, друзья, вот такая вот хрень, то есть было все, ой, не знаю, вот видно, нет, ну это просто трэш. Вчера, вот такое же черное пятно, было буквально за минуту, чуть меньше даже. Сейчас пришлось немножко подольше попылесосить, вот.